Ну что ж, друзья, впервые за много-много дней появилась возможность ездить на рыбалку. Выпала хорошая погода. Вчера лил дождь, я не знаю, просто, наверное, полдня. Было очень холодно. А вот сегодня уже прям хорошо, тепло. Плюс 20. Дорога, правда, не очень, но доехать я, в общем, смог. Ну, в общем, решил закинуть донки, решил закинуть удочку. И посмотреть, как тут изменились дела. В прошлый раз, когда я тут ловил, это было где-то в апреле, не клевало практически ничего. Сейчас уже, сегодня уже 11 мая, начало 4 дня. Ну, посмотрим, как оно будет происходить на этот раз. Вроде погода благоприятствует. Буду, в общем, ловить. Место тут хорошее, глубина хорошая. Сейчас прикормлю. Ну и, в общем, будем стараться выловить какую-либо рыбку. В общем, наделал супер-мега-лепешек. Тут и горох, и глина, и хлеб. Сейчас попробую забросить, прикормить рыбку. Посмотрим, как она будет реагировать на все это. В общем, все как всегда. Клева опять нет. Поклевок нет ни на удочку, ни на донку. Я не знаю, что это за бред, в общем. Вроде вода должна была прогреться, но вот, ну, бесполезно пока. Клёва нет. Вроде рыбка так погуливает немножко, но не клюет. Чего ей надо, я не понимаю. Попробовал уже и траппер нанизать, и опарыши, и червя, и кукурузу. Ну, вообще, никакого эффекта. Когда он попался, я не понимаю. Но я его поймал. Причем поймал на траппер. Это очень интересно. И сейчас я кое-что еще в одной удочке поменяю. Приятно здесь находиться. Прекрасная погода, тишина, но клюет, конечно, слабовато. Все-таки на Дону должно клевать получше. Ну, видимо, вот эти постоянные перепады погоды, постоянные изменения, то дождь, то тепло, и в итоге вот так вот очень неровно ведет себя рыба. Но все равно настроение у меня хорошее. Все-таки поймал первую рыбку за весну, можно сказать. Ну, в марте так я ловил. Да и на озере ловил по одной, там по две. Но на Дону вот не удавалось поймать. Вот, наконец-то на Дону поймал. Ладно, траппер траппером. А все-таки на одну удочку, наверное, повешу-ка я с низкого опарышей. Может быть, клюнет хороший подлещик. Блин, вроде и рыба гуляет, но вот каких-то вот таких осознанных прям поклевок нету. Вон утки полетели. Вон аисты полетели. Здесь что-то непонятное, я не понимаю, что это такое. Со мной разговаривает. Что это вот за звук? Очень странно. В общем, все тут присутствует. И птицы, и лягушки. А вот рыба никак не хочет клевать. Никак. Ну что ж. Жаль, что ты сегодня был один. Бойкий ты очень. Поэтому прощавай, мой друг. Плыви.